вот эту балериночку, и хочу несколько балеринок вам показать. Акварель. Акварель, и посмотрим, как акварель можно перевести на язык масла. Итак, разбавителем смачиваю холст. Опять же, знаете, вот есть акварель, сделанная по-мокрому. Отчасти у нас будет эффект работы по-мокрому разжиженной краской. Это разбавитель, чистый разбавитель, без масла, без лака. Холст стал восприимчив к приему краски вполне. Белила. Бирюзовое и розовое. Это сочетание само по себе очень удачное. Посмотрите, какой нежный фиолетовый оттенок. Итак, бирюзовое и краплак розовый прочный. Их пропорцию, конечно, делаем, осматриваясь на нашу картиночку. Произошло некое тонирование холста. Теперь беру тряпочку. Размер ее небольшой, больше, ну, две ладони. Делаю из нее фигушку. Вот такой, как бы, тампон. И распределяю вещество краски по холсту этой фигушкой. Часть влаги уходит в ткань тряпки. И остается, ну, да, буквально напыление краски. То есть влаги на холсте теперь ровно столько, сколько надо. Причем тряпку можно вытирать об тряпку. Снова добираю вещество, уже тряпкой замешаю. И кое-где сделаю тональное усиление, причем задействую к этому сочетанию черный. То есть снова розовый, снова бирюзовый. И плюс черный. Черный по сравнению с этим оттенком будет теплый. Вот пусть немножко теплоты зайдет в холст. Вот такая дымчатая теплота. Чуть оттенок потеплее, чуть оттенок похолоднее. Вы видите, масло ложится вполне себе
акварельно. Чуть-чуть дымчато обозначу призрак ее силуэта. Черный. Кадмием красным. Головочка. Смотрите, головочка не посередине, а в стороне, но недалеко. Волосики потемнее, мордочка посветлее. Кадмий красный. Светлый. В разбеле. И вот цвет ее личика. Тональное пятно головы несколько темнее, чем фон. Дальше развиваю идею тела. Тоже призрачно. Плечо тоже не доходит до середины. Ставлю себе, так сказать, пометку на этот счет. И движется по некой траектории к углу. Согнутой траектории к углу. И, наконец, белый. Из-под головы девушки светится и тело, и пачка, да? Пачка это называется? Ну да. Место талии. Тоже вы видите, палец участвует в акварельности. Ножка устремлена в угол. Чуть-чуть кадмий красный в разбеле. И здесь ножечка тоже с кадмием красным. Мастихином. Кстати, напоминаю, что в эту субботу-воскресенье будет мастер-класс, мастер-классы в Переславле-Залесском. Так что, кому интересно, можете позвонить и приехать. Среди этого дыма любая жесткость, вы видите, звучит как-то по-особенному вкусно. Сочетание этих дымчатых и жестких проявлений рисунка красиво. Ну и помогаю постоянно, уводя в дымочек, в акварельность основную масштаб рисунка. Постепенно наполняя содержанием, уже появляется проявление пропорций.
становится относительно друг друга, понятнее становится место расположения вех этого рисунка. Это будет немножко розовенькое, немножко кадмий красный. Вот как бы появилось продолжение ножки, которая сюда вышла и туда ушла. Ее тень подрезывает, то есть падающая тень от ножки. И как бы естественность. Все, вот она присела в этот туман. И вся растворяется. Ну, может, я где-то что-то не заметил. Может, потом замечу и добавлю. Но в целом, мне кажется, я задачу показал. Пользуйтесь, играйтесь.